продавали опасную подделку под видом элитного алкоголя. В этом признали виновными двоих жителей Чебоксар. С лета 2015 и по февраль прошлого года злоумышленники подыскивали покупателей и продавали им небезопасный поддельный алкоголь под видом известных российских и иностранных производителей. В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий было изъято более 360 пол-литровых бутылок с алкогольной продукцией, а также более 25-литровых канистр со спиртосодержащей продукцией, которая содержала в своем составе метанол и другие токсичные микропримеси. Первому из осужденных, 55-летнему чебоксарцу, назначено наказание в виде 2 лет 4 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима со штрафом в размере 100 тысяч рублей, а его 41-летнему сообщнику в виде 2 лет 2 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима и также со штрафом в размере 100 тысяч рублей. Приговор суда еще не вступил в силу.